депо. А теперь удобное место для съемок, где дома не загораживают небосвод. Да, видно уже, как близко Юпитер и Сатурн. Сейчас другие настройки будем делать. Светочувствительности. Сделаем еще один дублик. О, сейчас уже, по-моему, вижу. Да, совершенно точно вижу спутник. Ой, даже хорошо вижу все спутники. Может, облачко ушло, это дымка в сторону куда-то сместилась. Смотри, как четко видно. Так. Сейчас будем ловить. Раз уже есть, мы их поймаем. О, красота. Сейчас. Резкость. Наверное, вот это вот оптимально, хотя не похоже. На первый взгляд не скажешь. Так, вот в правом нижнем углу пытается вырваться из кадра Каллисто, за ним идет Ганимед, очень крупный. Вот Каллисто сейчас спрячется в уголке, а нижним правым спрятался. Теперь его преследует Ганимед, а потом Юпитер, Европа и последний спутник Ио. Теперь будем помаленьку уменьшать зум и смотреть, где там наш Сатурн. Опа, вот он наш красавец. Ну что, я сейчас в окуляре вижу и кольца Сатурна, и спутники Юпитера. Не доказать, а посмотреть. Отлично. 16:13 по Киеву в Харькове. 16:14, 9 декабря 2020 год.